Так и давай же погрузимся в следующую прекрасную 10-ю главу, именуемый конфликт. Ох уж эти женщины. Thank you.
Давай жить дружно, а? Я все понимаю, но... Хорош, дракончик. Ты хороший дракончик. Давай, не надо. Это было досадное. Недоразумение. Ну, давайте же постараемся исправиться. Ясно все с тобой. Понял, принял. Давай. Хочешь быть со мной вместе? Давай. Сейчас мы друг друга поколбасим. Понял. В смысле? Надо было хвост бить. Ясно. Я жив. Не знаю как, но я жив. Фух. Так. Не так уж много у тебя осталось. Потерпи, сейчас я с тобой разберусь. До свидания. Фу. Да. Ну, что тут скажешь? Получилось довольно неоднозначно. Но как для... Опять повторюсь, полуслепого прохождения спустя столько лет сойдет.